Нальчинский поисковый отряд имени 115-го в дивизии во взаимодействии с городским советом ветеранов органов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В очередной раз проводим операцию «Свеча памяти». Изначально мы это мероприятие начали проводить еще в 2005 году. И сегодня собрались в очередной раз, чтобы почтить память тех, кто сражался, защищая наше Отечество и погиб при защите нашего Отечества. Уверен, что традиция будет продолжена в следующем году. Хорошо, спасибо большое.